Садовый 9 мы победили, да, там переоборудовали более чем на 5 миллионов, мы переоборудовали ЦТП и ТП. В первый год были проблемы, не хватало и температуры, и давления, и так далее. Переоборудовали. Транспортная 27, 29, 31, то же самое проведены дополнительные и настройка оборудования, и пусконаладка, и заменены кое-какие там насосы и так далее. Вот. А вода не стоит здесь? Нет, никак нет. Но даже если какая грунтовка идет там весной, то у нас есть приямки, стоят там специальные насосы, то есть вода откачивается. Никогда никаких этих сбоев нет вообще. У нас, если какие-то возникают там эти вопросы, ну, такие сложные, там где-то авария какая-то, все решается мгновенно, все решается это самое. Вот, поэтому, я не знаю, мне лично при ТСЖ, конечно, холодно было и все, а здесь нет, здесь за всем следят. Промывка, опрессовка обязательно всех систем. Ну, соответственно, автоматика вся проверяется. Если манометр выходит из строя, закупаем, ставим новые манометры, задвижки, ну и так далее. Утепление труб обязательно. Мы сначала прошли по парковой 8, коммуникации осмотрели. В общем, в этом доме проведены работы по опрессовке трубопроводов, там, замена участка локальная, горячей и холодной воды, кровельного покрытия местами замену провели локально. Также провели осмотр Гагарина, дом 40. Прошли дворовую территорию, подвальные помещения также осмотрели. В принципе, все работы в текущем режиме идут, дома подготавливаются. И на сегодняшний день около 50% домов уже подготовлены к городу Риэлтор.